Привет, с вами Сергей Кулеш, и сегодня я расскажу вам о Gigabyte Pad Book S1185. Этот Windows-планшет с качественным 11,6-дюймовым IPS-экраном с Full HD разрешением основан на процессоре Intel Core i5 и отличается встроенной подставкой и комплектной док-станцией. Планшет Gigabyte Pad Book S1185 поставляется в плоской коробке из переработанного картона, внутри которой можно найти планшет, клавиатурную док-станцию, миниатюрный блок питания, пакет с документами и чехол-папку. В упаковке с документами находится краткая инструкция по эксплуатации на 10 языках, гарантийный талон и пара дополнительных инструкций, а также ткань для очистки экрана и пара дисков с драйверами и софтом. Комплектный чехол выполнен в виде папки из синтетики. Внутренняя поверхность обшита мягкой тканью, а клапан фиксируется с помощью двух липучек. В чехол свободно помещается не только сам планшет, но и устройство в сборе с подключенной док-станцией. Планшет Gigabyte Pad Book S1185 выполнен в формате 11,6-дюймового моноблока. При этом достаточно производительный процессор Intel Core i5 потребовал установки активной системы охлаждения, что в свою очередь привело к увеличению толщины и веса устройства. Толщина планшета составляет 13,5 мм, а вес порядка килограмма. При этом масса комплекта планшет плюс док-станции возрастает до 1,4 кг. Верхняя часть окантовки экрана содержит веб-камеру на 1,3 мегапикселя с индикатором активности, пару микрофонов и датчик освещенности. Рядом с логотипом Gigabyte можно заметить миниатюрный синий индикатор режима работы планшета. В самом низу фронтальной панели размещена аппаратная кнопка Windows. Однако и это еще не все. В боковые грани планшета интегрирован дополнительный манипулятор. В левую часть окантовки вмонтированы две аппаратные клавиши для левого и правого клика, а в правую интегрирован оптический джойстик, с помощью которого можно не только управлять курсором, но и осуществлять одинарный или двойной клик. Кстати, одновременное нажатие всех трех клавиш равносильно комбинации Ctrl-Alt-Del. Боковины Gigabyte Pad Book S1185 выполнены из пластика, окрашенного под металл. Верхняя грань свободна. Нижняя содержит проприетарный порт и два отверстия для подключения к док-станции, а также пару силиконовых ножек для эксплуатации в вертикальном положении. На левой боковине можно найти кнопку включения планшета, кнопку блокировки функции автоповорот, порт USB 2.0, аудиовыход и пара вышеупомянутых кнопок мыши. На правую боковину унесена качелька регулировки громкости, разъемы HDMI, USB 3.0, DSAP и гнездо зарядного устройства. В непосредственной близости от этой грани, на изгибе задней панели, можно также обнаружить слот для полноразмерной сим-карты и картридера формата microSD. Отметим, что нажав клавишу меньше громкости, можно оценить заряд батареи выключенного планшета. Задняя панель устройства выполнена из soft-touch пластика приятного золотисто-коричневого цвета. В верхней части спинки расположен объектив основной 5-мегапиксельной камеры и радиатор активной системы охлаждения. Чуть ниже – зеркальный логотип Gigabyte и пара вертикальных прорезей над стереодинамиками. В самом низу задней панели можно обнаружить две зоны перфорации для забора воздуха системы охлаждения. Но самое интересное – это откидывающаяся крышка-подставка, которая удерживается на месте с помощью двух магнитов. Подобное конструктивное решение хорошо известно по планшетам Microsoft Surface. Оно позволяет использовать планшет в вертикальном режиме без дополнительных обложек и док-станций. Вторым достоинством такой схемы выступает более простая конструкция клавиатурной док-станции, в которую нет необходимости интегрировать отдельный шарнир-фиксатор. К недостаткам относится ограниченный по сравнению с классическими ноутбуками набор доступных углов наклона, максимально ограниченной конструкцией крышки, минимальной устойчивостью конструкции, ну а промежуточной материалом стола, так как по слишком гладкому покрытию основа крышки может скользить, невзирая на резиновые ножки. В нашем случае сверхтонкая док-станция крепится к планшету с помощью магнитных фиксаторов. Док-станция содержит исключительно клавиатуру и тачпад, никаких дополнительных разъемов или второго аккумулятора здесь нет. Рабочая панель выполнена из того же бронзового soft-touch пластика, что и основа корпуса планшета, а вот нижняя часть док-станции практически полностью отделана резиной, что полностью исключает скольжение по столу. Благодаря гибкому сочленению с блоком фиксации, док-станцию можно использовать как обложку, защищающую дисплей планшета во время транспортировки. При этом поднимать планшет за док-станцию не стоит, ведь чтобы удержать килограммовый моноблок на весу, силы магнита не хватит. Планшет Gigabyte Pad Book S1185 построен на энергоэффективном процессоре Intel Core i5 3337U с интегрированной графикой Intel HD Graphics 4000. Объем оперативной памяти может составлять 2, 4 или 8 ГБ, а емкость SSD 64, 128 или 256 ГБ в зависимости от модификации. Модель оснащается модулями Bluetooth 4.0 и Wi-Fi 802.11bGN.
встроенный 3G модем предлагается опционально. Одно из главных достоинств планшета – качественный сенсор на 11,6-дюймовый IPS-экран с Full HD разрешением в 1920 на 1080 точек. Яркость подсветки экрана регулируется от 10 до 290 кандел на метр квадратный с шагом в 1%. Также доступна автоматическая регулировка. От встроенного аккумулятора емкостью 39 Вт-час планшет отработал 2 часа в режиме максимальной нагрузки и 5 часов в режиме эмуляции чтения. В тестируемой конфигурации Intel Core i5-3337U 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ SSD планшет показал следующие результаты в актуальных бенчмарках. В итоге Gigabyte PadBook S1185 – это весьма производительная по рамкам Windows планшетов модель с качественным IPS-экраном и быстрым процессором Intel Core i5, которой отличается оригинальной конструкцией со встроенной подставкой и комплектной док-станцией. Высокий уровень функциональности, продуманная эргономика, а также полноценный набор разъемов, включая 2 USB и полноразмерный HDMI и DSAP, вполне позволяют использовать эту модель в качестве основного рабочего компьютера.